Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Улуха. Так, заберем ежедневки. Так, монеты Одина. Так, это у нас яйцо Костолома, насколько я помню. Угу, ладно, пускай оно выводится у нас. Заберем здесь ресурсы. Угу. Так, лети за рыбой. Кто у нас там еще? Сундук. Оу. А, ну это пак ареновский. Я думал, что-нибудь путевое. Барс и вепрь. Я думал, мне что-нибудь путевое выпадет. Но нет, к сожалению. Это просто ареновский пак. Здесь мне достается 4 руны. Так, пускай он там летит вверх. Барсик, что ты мне дашь? Руны. А по итогу? А по итогу мне выпадает тусклый янтарь. Ну что это? Ну тусклый янтарь, ну... Ни туда и ни сюда. Так, Кривоклык дает мне 7 рун. Это ожидаемо, кстати, было. Лети, авторитет. И Громгильда. Ну что, тут два варианта. Либо шестеренки, либо тусклый янтарь. Либо руны. Отлично. Конечно, руны меня больше устраивают. Так, ну что, отправляем тогда дальше в приключения, да? Само собой, в Драконий край. Больше мы никуда отправить не можем. Так, ну что залагало? Начинается вот это вот. Дай сюда рыбу. Все, лети дальше. Ага, собирай древесину. Икинг, ты обещал все уладить. Ну да, я же отправил часть драконов добывать рыбу, а остальных древесину. Они больше не будут тебя беспокоить. Драконы меня не волнуют. Драконы. Меня беспокоят мои овцы, похоже. Им перестала нравиться капустная похлебка, которую я им готовлю. Ну и что ты со своей похлебкой тут докопался? Торговец Йохан готов к работе. Приходите, покупайте, получайте удовольствие. Редкие амулеты и экзотические безделушки – отличный товар. Но иногда даже старые добрые древесинные рыбы разлетаются, как горячие пирожки. Выполните обмен. Оу. У меня вот это все есть? Но стоит ли мне это менять на 159 рун, я сомневаюсь. Поэтому я, пожалуй, воздержусь. Вот это вот мне надо, да? Это надо. Путешествие, малые острова. Полетел. Беззубик у меня. На малые острова. Так, ты давай, не дуркуй, лети дальше. Ты тоже лети. Как много рыбы ты принес, а? Так, вперед и с песней. Ну, тут вроде бы все, да? Всех отправили. Все улетели. Сейчас мы глянем, что у нас тут. Этот получает уровень. Болтун. Болтун — находка для шпиона, верно? Верно. Так, фейерверк опять же полетел за древесиной. Ну а здесь у нас что будет? Наверное, железо. И как всегда минималка. Три железа, да? Вот нет, чтобы здесь становить, а? Берут просто по минималке, ребят, меня шваркают. Ведь ничего не сделаешь. Модификрылка, блин. Я тебе забыл отправить, да, получается. Ай-яй-яй, как же это плохо. Как же это плохо, что я тебе не отправил на прокачку. Так, здесь у нас что? Тебе тоже я не отправил, ты серьезно? Ну давай, заберем. И отправим дальше его.
Так, подожди-ка, у меня хватит на отправку ветрокрыла. Замечательно. Так, смотрим. Где мой? Вот он. Конечно же, забрать. Теперь открываем пак. Монета Одина. Громобойка, столом, водорез. Слабо. Слабо как-то нам дали. И давай тогда здесь еще на рынок. Задание. Так, ну что, одна награда у нас уже и есть. Она летит в копилочку. А вот здесь мы не успеем. Так, 90, и тут у нас 50, да? Сороковки не хватит, к сожалению. Блестящий янтарь. Прекрасно. Найти цветочек. Где он там у нас? Вот он. Вот он наш цветочек. Ничего не буду я у него менять. Не хочу, мне не нравится его ценник. Сгибает, ребят, ценник. Просто сгибает, неимоверно причем. Так, подожди, а кого же я в тот раз-то прокачивал? Подожди секундочку. Не вот здесь ли? Блин, я не помню. Ну, не здесь. Блин, зачем я покормил? Зачем я это сделал? Ну фиг, давай тогда уже еще раз. Так, ладно, покормили. Теперь, друзья, пойдемте доделывать события. У нас угроза, драконий корень, устранения. Нам нужно сделать всего лишь два поединка. Мини-босс и босс. И 250 рун мы с тобой забираем. В прошлой серии я нечаянно нажал. Хотел посмотреть награды, и получилось, что я купил. За 350 рун, там что-то не помню. Ну что, давай начнем с ужасного чудовища, наверное, скорее всего. Хотя громобой мне тоже не особо здесь нравится. Даже больше скажу, вообще мне не нравится. Так, этот ускоряет и усиливает. Ускоряет и усиливает. Так, ну это не жилец. Дальше мы сделаем вот так. Блин. Ё-моё. Совсем не в тему, да? Вот просто не в тему. Вот охильнулся, он молодец. Молодец. Шторморез. Красавчиком просто был. Взял и отхилил. Так, вторая волна. Мне бы здесь, честно, надо хильнуться. Сделаем так. Что тут, три стража? Упс. Ну да, получается три стража. А, нет, вру. Два стража и... воин. Берс. Берсерк. Ты серьезно? Ты ему еще и броню навешиваешь? На тогда. Давай сюда. Рогобой меня как бы не интересует, а вот промахнулся. Ё-моё. Ну так ему и надо. Погнали тогда. Сделаем так. Понижение защиты. Укус. Я думаю, это... Ядрен, матрен. Бумс. Я глушил, да, кривоклыка? Ладно, он переживет это. Он это переживет. Ну что, Хламон, ты остался один. Давай, делай там, что ты хочешь. И добивка. Третья волна.
Вот они, ребята, вот они, мини-боссы. И я тебе скажу, что это не очень хороший вариант. Сородич шепота плюс стальной проныра и водорез. Как-то вот так вот. Через отхил. Так, дальше что? Занимаемся водорезом. Иначе он сейчас тут начнет чудить. Знаем его выходки. Давай еще хильнемся. Этот бьет по пониженной броне. А ну и понятно. Этот сюда еще подключается. Так, ну что, вырубаем. Здесь дебаф. Я не удивлен. Вообще нисколечко. Ты посмотри, какой я живучий. Ну все, до свидания. Ну что же, крутим колесо и забираем. Опа. Необычный пак. Давно такого не было у нас. Ну и последний поединок, естественно, с Босяцким. Давай, показывай, кто у нас там. Две волны. Поехали, начнем с Пристиголового. Этот не так страшен, этот, в принципе, тоже не так страшен. А вот этот, да. Этот гаврик любит фаерболами бомбить. Тоже, кстати, не очень хороший вариант у нас тут получился. Да, блин, да как так-то, а? Я думал, он его добьет. Нифига. Так, этот промахнулся. Ну, поехали, давай сюда тогда. Через отхил? Нет. Дебафим. И продолжаем его ковырять. Барсик, уничтожь его. Молодец, красавчик. Так, здесь мы хильнемся. Сейчас от него будет суперудар. Интересно, а кто там босс? Ну, самый последний, кто там будет у нас? Есть какие-нибудь догадки? У меня пока нету. Блин, ну не добьем мы его, да? Не-а, не получится. Он опять сейчас свой суперудар применит. Нет, он хильнулся. Вот кто у нас тут. Два тройных... А, нет, подожди. Тройной удар и два Хоферсона. И два Хоферсона, значит. Нам по возможности нельзя давать ему очень много энергии. Иначе будет все очень плохо. Да как ты достал? Ты посмотри, в кого они метят. Причем целенаправленно бомбят. Да-да-да, они бомбят именно Кривоклыка. Сейчас, думаю, добью, да? Добью. Ну что, ты остался один. Фига он там лупит. Парень, ты давай потише как-то. Еще и живучий такой, ё-моё. Ладно, сейчас мы вешаем на него слепоту. И после этого начинаем его потихонечку разбирать. Никаких дебафов, ничего не делаем. Просто бьем. Накапливаем энергию. Соответственно, вешаем еще слепоту. И так до самой победы. На тебе. А уже когда останется немножечко здоровья, можно будет, в принципе, повесить на него дебаф и уже там добить его. Ну что, я думаю, пора. Пора нам воплотить. Все, друзья.
Событие пройдено. Последняя рулеточка. Так, нам выпадает древесина. Ну и, конечно же, забираем руны. 250 штук. Все. Давай посмотрим, что у нас тут, в этом паке. Так, рыба, древесина, рыба, древесина и крылатый ужас. Ну, конечно же. Разместить. Ну, конечно же, в ангаре. Это кто? А что у меня здесь громорог отпрыск делает? Интересно, я его что, выставлял сюда специально, да? Ну что, ребята, можно, в принципе, еще набить 3 пака. Как бы у нас их нету. И лишними они у нас не будут. Поэтому поехали. Кстати, сегодня что, у нас последний день месяца, да? Сейчас глянем, если не ошибаюсь, то да. 31 марта, ребят, сегодня у нас. Отлично. Когда же у нас лето-то наступит, а? Хотя бы весна. Такой дубак стоит, я манал. Вчера весь день снегопадище, метель, я еще на работе. Трэш, конечно. Так, сарделька, успокойся. Блин, если этот сейчас применит суперудар, а он применит, естественно, будет плохо. Видишь, он еще заблокировал, мне теперь не хильнуться, ничего, но зато я его уничтожу. Он добьет кого? Барсика, скорее всего. Так, и если он уничтожил мне Барсика, мы хильнемся. И кривоклык будет его теперь... тотально уничтожать. Да давай, наверное, дебафну. Возможно, он уничтожит, конечно. А возможно и нет. Шикарно. Ну что, ребятули, у нас следующий поединок. И вот такие вот противники у нас здесь есть. Поехали. Начнем с этого хламона. Ну, чё ты там? Вау. Хорошо влупил. С дебафом с таким. Есть. С крита вырубили мы его. Но почему-то мне кажется, что кривоклыка замочит. Складывается у меня такое ощущение, да? 4 энергии. Ага. Ну, он роковую ошибку, конечно, сделал, мне кажется. Ну, ты-то там чё? Дергаешься, дергунчик. Давай дебафить. Так, укус. Ну, я надеюсь, что... А, нет, не пробьем. Он поставил защиту себе. До свидания. И последний на сегодня поединок, я надеюсь. Так, алая плеть тоже. Кривоклык. Ну, давай начнем с алой плети, фиг ли делать. Понятно. Ты-то что будешь делать? Ну, давайте все скопом, как всегда, из-под тишка. Вот начинается у них вот этот вот бзикоз. Ну, Барсик, ну, ядрен, матрен, ну... Ну, что ты вот чуть-чуть всегда оставляешь? Вот всегда как-то вот на пределе. Дай-ка я его шваркнул, он меня уже достал здесь выделываться. Так, и кривоклык остался один. Ну, ясен перед, что ему тут труба полная. Распишем как по нотам. Ну что ты там, захрюкал. Так, и, наверное, добивка. Ты посмотри, как живучий, а. Ну что ж, друзья, как вы видите, мы получили с вами обычный пак, редкий и эпический. Поэтому начинаем всегда с эпического и плюс забираем пак вождя. Шипорез, звездрык, змеевик, барс и вепрь. Как-то так.
Так, и мы еще получим, по-моему, да, награду. А награду, если не ошибаюсь, это будет у нас 250 вымпелов. Что дает нам право на покупку... Правильно, на покупку пака. Ну и что же тут? О, 125 урон. Шикарно. Так, древесина по максималке. Это значит, что я могу... Могу лети. Вот как-то так. Сегодня мы поиграли. Довольно неплохо, как по мне. Ну а с вами, друзья, я прощаюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.